Итоги работы за год подводят и таможенники. Борьба с контрабандой и недостоверным декларированием товаров, выявление контрафакта. Сегодня в Муромской общественной приемной на вопросы журналистов отвечал начальник Владимирской таможни Алексей Архипов. Особенности работы Муромского таможенного поста в сюжете. В свою встречу с представителями муромских СМИ главный таможенник 33-го региона начал с освещения основных тенденций уходящего года. Одной из них стало снижение стоимостного объема товарооборота. Перемещаться стали товары, я так полагаю, просто более дешевой по стоимости, и частично меняется номенклатура. Конечно, это в том числе связано с определенными геополитическими процессами, которые мы все с вами вместе переживаем. Если раньше покупали товары, оборудование, комплектующие на внешнем рынке, то, безусловно, сейчас стараются найти аналогичные товары, оборудование, комплектующие на внутреннем рынке. По мнению экспертов, нынешняя непростая экономическая ситуация в определенной степени выгодна экспортерам. ЗАО «Муром» и иные экспортеры, они имеют возможность развивать производство. В то же время те предприятия, которые возили оборудование и комплектующие, они ощутили эту разницу валютных курсов в том, что возить оборудование из-за рубежа и комплектующие стало им сложнее. Плюс этого – возможность развивать импортозамещение. Да? Минус – то, что было уже все налажено, настроено. На встрече с журналистами были озвучены интересные факты, касающиеся развития нашего округа. Сегодня таможенный контроль фиксирует движение совершенно новых категорий товаров. Завозились нетели. То есть это, опять же, вклад в сельское хозяйство. Вывозилась картофель в Украину. То есть никогда сельскохозяйственная продукция у нас не экспортировалась. Вот уже такие факты есть, очень интересно. И еще тенденция такая вот у многих предприятий, то есть они пытаются входить на внешний рынок. То есть для этого участие в иностранных выставках участилось. Тот же стрелочный, вот говорили, временный ввоз, то есть целый стенд автоматический. Это регулирование на перекрестках из использованных стрелочных переводов, то есть полная автоматика. За 2015 год Муромским таможенным постом принято более 2500 деклараций. Основная часть по вывозу. В государственную казну перечислено 98 миллионов рублей. Совместно с сотрудниками УВД выявлено и изъято около 8000 единиц контрафактной продукции. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости. Муром.